Приветствуем вас на канале Akibai. В данном видео мы расскажем про разновидности ключей зажигания на Volkswagen. Ключи с чипом на Volkswagen пошли примерно 1994 года выпуска. Лезвие этого ключа HU-49. Оно шло до 1997 года. С 1997 года на Volkswagen пошли ключи с чипом с лезвием HU-66. Данный вид лезвия самый распространенный и шел до 2016 года выпуска. Первый ключ с кнопками на Volkswagen выглядел вот так. Этот ключик пошел с 97 года. Первые ключи зажигания на выкидные выглядели вот так. Это ключики. Эти ключики идут на Golf 4 и Volkswagen Passat B5. С конца 2000 года ключи на Volkswagen видоизменились и стали выглядеть вот так. Этот ключик шел на всю линейку Volkswagen до 2010 года выпуска. Отдельно стоят ключики на Volkswagen Touareg и Volkswagen Phaeton. Отличие от обычных ключей в том, что лампочка у него находится именно сверху. А здесь она находится вот здесь. С 2010 года ключик начал выглядеть вот таким вот образом. Лампочка уже идет сверху. Не бывает на 2, на 4, на 3 кнопки и на 5 кнопок. С 2015 года выкидные ключи на Volkswagen начали быть вот так вот. И они идут по настоящее время. Также поговорим про смарт-ключи зажигания на Volkswagen. Смарт-ключи пошли с Volkswagen Passat B6. Они бывают вот двух видов. Для американского рынка с кнопкой паники и для европейского без кнопки паники. Также эти ключи перешли на европейский Volkswagen Passat B7. То есть на американском Volkswagen Passat B7 ключик имеет вот такой вид, а европейский вот такой. Этот ключ, как я уже говорил, идет на Volkswagen Touareg и Volkswagen Phaeton. С 2010 года на Touareg пошли вот такие смарт-ключи зажигания. А на Volkswagen с 2016 года выпуска все смарт-ключи зажигания имеют вот такой вот вид. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Volkswagen, нужно сделать дубликат ключа зажигания, либо отремонтировать ваш ключ, либо вы потеряли все ключи зажигания, то вы можете обращаться в компанию Akibai, а мы вам поможем.